Время – одно из самых загадочных явлений нашей жизни. Люди говорят, время за деньги не купишь. А еще говорят, что в каждой минуте есть счастье. Что время ответит на все вопросы, а жизнь расставит все по своим местам. А еще говорят, что надо проживать жизнь по-настоящему, что впоследствии не жалеть о ней. И что нет большего зла, чем пустая трата времени. Много еще чего говорят. Но какое оно на самом деле? Как человек умеет прожить тот период времени, который ему отпущен? Проживет ли он достойно звания человека? Или проведет бесценные годы впустую? Обогреет ли он своим теплом окружающих? Или замкнется в собственном эгоизме? Но случается и такое, что в любой момент времени все начинает меняться. И то, что вчера казалось несбыточным и невозможным, сегодня уже реальность. Мы попытались навести луч внимания на этот этап, самый интересный и неожиданный момент времени. Период безвременья.